Привет, дорогие подписчики, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. Я опять ничего не помню, я не помню, где мы находимся, но вроде на Иньевом маяке. Прошло много дней с того момента, когда я последний раз ее запускал. Мне тоже от нее надо отдыхать, потому что, как и все в этом мире, оно имеет свойство приедаться. Но сейчас я полон сил, у меня выходной, так что играем мы сегодня практически прямо с утра. Дел тоже особо нету, потому что все разъехались родные по делам. Я один сижу дома, как задрот. И сегодня, я думаю, мы снимем сразу серию 8 подряд. Посмотрим, конечно. Возможно, конечно, и поменьше, потому что выматывает это дело очень. И говорить без умолку продолжительное время — это очень тяжело. После этого уходишь, натуральный язык на плече, как будто махал лопатой полдня. Это только кажется, что это такой уж легкий труд. На самом деле, дело довольно-таки занятное. Так, ну и что нам нужно? Я, честно говоря, не помню. Было решение, что маленько отвлечься от перемещений по миру, больше заняться прохождением квестов, потому что, честно говоря, пора уже отдохнуть от этого и уделить больше внимания сюжету. И сейчас мы двинемся в Solitude. Так, это у нас тоже в Solitude, по-моему. А, это в Маркарте. Это пока выключим. Это пока тоже. В принципе, да. Направляемся в Solitude. Сейчас переместимся быстро на самую ближайшую к нему точку. И после этого, так, вот отсюда, наверное, вот от Драконьего моста мы двинем вперед. Потому что уже просто, ну, очень много мы путешествовали, очень много внимания уделяли исследованию мира. Теперь пришла пора уже как бы от этого отвязаться, потому что если я сейчас отсюда пойду туда, то натурально у меня еще две серии займет. Всему нужна мера, как говорится. Ну да ладно, я думаю, вы меня понимаете. Так, ладно. Драконий мост — это у нас, по-моему, кстати говоря... А нет, это маленький городишко. В принципе, неплохой такой, симпатичный. Так, хорошо, глухая-глухая ночь. Как видите, снова система освещения, вообще ничего не видно. Мне многие говорят, что, типа, убавь тупо гамму, и будет у тебя такое же освещение. Нет, ребят, такого освещения не будет, потому что убавив гамму, я тем самым сделаю искажение на цвета днем. То есть днем будет темновато, а ночью, в принципе, будет вот так же. И мне важно, чтобы именно все было в пределах разумного, чтобы и днем было нормально, и ночью было темно. То есть этот мод натуральное спасение, он называется Enhanced Shaders мод, по-моему. Но сейчас мы переночуем и с утра отправимся уже. Я чую, ты не из наших. Хорошо, она твоя на день. Хорошо, мне на ночь надо, мне на день не надо. Я покажу тебе твою комнату. Так, туда? Или нет, похоже, сюда. Хорошо. Так, ну, давайте, что ли, часов до 10, вот так вот примерно. До 10:30 посидим, полежим, вернее, с нашей магичкой в кроватке. Чё еще для жизни знать, надо, да? Тебе ещё что-нибудь нужно. Ой, у тебя шея не свернется так? Блин, ты страшная, конечно, ранее. Напоминаешь мне чем-то, кто смотрел фильм «Шакала» с Брюсом Уиллисом. Старый такой фильм. Так вот, там была русская такая ККБшница с половина обожженным лицом, такая некрасивая актриса, страшная, она даже без этого уродства на лице была очень некрасивая. Вот ее почему-то напоминает, мне сразу как-то так резко напомнило, всплыло перед глазами лицо. Так, ну все, двигаемся вперед. Что за треск? А, ты дрова колешь. Дровокол. Хорошо. Блин, природа в игре все-таки отличная, конечно. И при этом не сказать, что с технологической точки зрения... Не сказать, что с технологической точки зрения как-то это все впечатляет, но именно с художественной. Тут даже, видите, по большей части трава тупой текстуры идет. Такого, чтобы там колосилось как-то, как в предыдущей части, такого особо и нету. Тут тупо нарисованная текстура, вон трава, корни всякие. И время от времени кустики вон понатыканы. То есть с технологической точки зрения все, да, довольно-таки печально, но при этом
Так, это что это там такое? Но при этом именно с визуальной точки зрения все равно все выглядит очень хорошо, очень приятно. Прям глаза не нарадуются. Там у нас кто-то идет на это, по-моему, охранники. Давайте-ка на всякий сохранимся, потому что мало ли что. Может, какие-нибудь наемники. Оп. Походка у вас, конечно, как у Чака Норриса. Где дозор. Мы не спрятались до Эдра, дозор Стендара вытащит их на свет. Ну ладно. Те, кто поддался соблазну Даэдра, не уйдут безнаказанными. Как скажешь. Так, я пропустил подъем. Там у нас, похоже, какая-то очередная святыня местная. Какой-то памятник местной архитектуры. Так, ну и вроде тихо. Кстати говоря, как тебя там зовут-то? Аранья. А ранее, слушай, у меня ничего для тебя нет. Вот такой посох, я думаю, не помешает, да? Давайте подарим. Или вот такой. Я, в принципе, им вообще не пользуюсь. Ну, блин. Да лучше вот такой вот отдадим, посох цепных молний. А по одежде у нас что? Ну, тоже довольно неплохая вещь. Так что давай-ка мы тебя приоденем, Аранья. Да, воин Азуры. Так, я хочу обменяться с тобой вещами. Забрать? Я хочу забрать у тебя кинжал, посох обморожения. Одежду, к сожалению, с тебя забрать нельзя. Я бы тоже забрал. Потому что ты еще возьмешь, не сменяешь сейчас. Так, держи посох цепных молний. И держи вот это вот. Ой, я же посох ей не дал. Да. Так. Хорошо, а это себе поставим. Так, все? До встречи, хранитель. Что-то ты посох мой особо не приняла, да? Да и одежда тебе будет та же самая. Да пошла ты. Все не слава богу, а? Какие-то напарники здесь, статуи Меридии, никогда не делают то, что от них хочешь. Индивидуальность, понимаешь? Так, ладно, хотя я и говорил, что мы откажемся по большей части от путешествий в этот раз, но в итоге, как видите, все равно куда-то мы допришли. Приближается новый проситель. Слушай, слушай меня и повинуйся. Нечистая тень проникла в мой храм. Тьма, которую ты уничтожишь. Но сначала тебе нужно вернуть мне мой знак. Я проведу тебя к нему. Найди его и верни сюда. Ты получишь великую награду. Награду, говоришь? Так. А, подожди, надо квест активным сделать. Так. Рассветная заря. Путеводная звезда Меридии. Это у нас находится... А ну, по-моему, мы куда-то сюда примерно идем, да? Так, подожди. Нет, мы очень далеко, и мы сюда не идем. Мы сюда потом придем. Так, сейчас же мы пока двигаемся вот так, короче говоря. Подождешь, уважаемая богиня. Или не подождешь, мне, честно говоря, на тебя класть с прибором. Так, ну и все, двинули дальше. Либо ждите... Либо не ждите, как говорится. Так, что у нас тут? Блин, надо почаще сохраняться, я все время забываю. Мало ли что. Тут я, похоже, подняться не смогу. Вниз падать тоже неохота с такой верхотуры. А, вот, вот. Так, а ранее ты там не убилась еще? Ладно, ладно. Так, это мы удачно зашли. Хорошо. Эксперт, конечно. Это не очень хорошо. Во. Бляха. Вот так-то я думаю. Блин. Да что ж такое? Нет.
Ах. Сейчас все будет, ребята. Сейчас все будет. Немножко терпения. Давай. Отлично. Так, что у нас тут есть? Золото, эликсир защитника. Эльфийский наруч настоящей хватки. Это хорошо. А это не очень. Ладно. Это что за вход вообще? Блин, опять, ну, я не хотел никуда путешествовать, но... А, нужен ключ. Вот оно что. Видимо, это меня сюда попозже пошлет именно эта богиня, скорее всего. А может где-нибудь внизу, там просто вход. Так, ну что, давайте опять альпинизмом займемся. Как Сильвестр Сталлоне в том фильме, да? Вот он дал террористам там просраться, конечно. Так, ладно. А ранее там у нас где-то потерялась. Ну и ладно. Надо будет найдется. Сейчас мы идем в Солитьют. Посмотрим, большой ли это город или не очень. А судя по всему, вот он на горизонте уже маячит. Это вы все шарахаете туда-сюда? Да ладно? Так. Судя по всему, большой город, да? Ух ты. Это тоже Солитьют? Или что это? Нет, это еще не Солитьют. Давайте посмотрим. Только по дороге пойдем, конечно. Потому что, что сайгачить-то? Какая крепость. Офигенно. И не просто декорации в нее можно войти, как видите, вон там в окнах пустота. То есть это все реальное место. Ферма котлы. Так, фермеры уважаемые, что у вас тут есть? У вас тут есть какой-нибудь кузнец? Или что? Нет, они тут просто живут, похоже. Если ищешь, где подзаработать, нам как раз нужна помощь с урожаем. Не, ну это не по моей части, конечно. О, нашлась. Давай, не отставай. Эй. Что-то ее заносит ни туда, ни сюда. Ты посмотри, да? Офигеть. Вот такого я точно не ожидал увидеть. Это, по-моему, просто шикарный вид. Обалдеть. Здесь ладья стоит. На нее мы наниматься, пожалуй, не будем. Там вроде нет никого. Так, а тут у нас что? Что это за такой необычный какой-то док, что ли, или что это? Склад Восточной Имперской Компании. Ну-ка, давайте-ка проведаем, что у них тут есть. Это интересно. Возможно, что-то хорошее мы тут и найдем все-таки. Так. Стражник. Что у тебя на щите? Какой у вас знак? Волк. Это звезда Азуры. Как к тебе попало такое сокровище? Ты тебе скажи. Ты говори с яйца братьями. Дед Джаз с тобой не будет говорить. Поглядывай в небо. Там больно надо. Так, здравствуйте. Тетя. 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 Тетя не хочет разговаривать. Ладно, это у нас, похоже, путь в город, но какими-то окольными путями, я не уверен, что... Сторонним на склад нельзя. Ступай своей дорогой. Что это за место? Это главный склад Восточной Имперской Компании. Все их товары идут через него. К несчастью, в последнее время у них проблемы, так что склад используют редко. Но как бы то ни было, тебе туда нельзя. Что за проблема у Восточной Имперской Компании? Откуда мне знать? Я на них не работаю. Если хочешь помочь, отправляйся в Виндхельм и поговори с Ортом Эндарио. Он у них главный. Хорошо. Орт Эндарио, это, кстати говоря, не тот бывший капитан, у которого голос Геральта ходит там. Говорит, раньше у меня был свой корабль. Уходи. Ты чё борзая такая? Я тебе сейчас бошку откручу. Хочешь наш? Хочешь нож в мягкий живот? Нет? Тогда оставь Держу в покое.
Так. Что это? Давай, бери с меня штраф. Не двигаться. Приказ ярла. Так. На свои 40 золотых. Молодец. А теперь пошли в замок. Весь краденый товар мы конфискуем и гуляй. Конечно, после уплаты штрафа. Так, а что у меня краденое, кстати говоря? Сейчас отнимут половину оборудования. Это будет обидно. Но, по крайней мере, я не буду грузиться. Это будет хорошей оплатой за мои действия, потому что я в последнее время уже совсем злодеем каким-то стал. За косые взгляды людей режу. Душегуб еще тот. Да ладно. Зато мы таким образом попадаем в солитью. Тебе, мне не послышалось. Кто-то выл. Рассказы о вервольфах правда. Да ты что, правда что ли? Так, что у меня отобрали? Да ничего вроде. Вроде все в порядке. Так, меч оба на месте, лук на месте, стрелы на месте. Все нормально, все хорошо. Птички летают. Так, теперь, где я в городе нахожусь? Так, хорошо, это что такое? Это почему? Это выход, наверное, на выход на город. Так, и куда мне тут идти? Давай уже. Кто вас предал? Не тут? Мастер по изготовлению лука. То про кого не предатель говорят? Давай уже. Вот так страж ворот. Туда зайти не могу. Нет. Давай уже. Так, да успокойся. Роквир, ты помог Ульфрику Буревестнику бежать из города после убийства Верховного Короля Торука. Открыв для Ульфрика ворота, ты предал народ Солитюда. Не заслужил он последнего слова. Не было никакого убийства. Врёшь! Ульфрик бросил вызов Торугу. Он победил короля в честном бою. Такова наша традиция. Таков древний обычай Скайрима и всех нордов. Долой! 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 Так, парню, похоже, хана. Сегодня... Я иду в Совнгард. Офигеть. Чё ж голова моя? Ладно. Так, ну что. Давайте осваиваться. Сейчас я пока отключил все квесты, как вы видите, да? Так, у нас есть только дипломатическая неприкосновенность. Для этого нам нужно сейчас... Ну, где-то тут. Сейчас разберемся, куда именно двигаться. Продвинемся маленько по сюжету, а потом вернемся уже ко всем этим квестам. Потому что, честно говоря, отдыхаем. Отдыхаем от них. Так, смеющаяся крыса. Хорошо. Чего он там ожидал большего? Человеку голову отрубили. Или его вообще порубать должны были. Не знаю. Почему у меня второй указатель показывает на... А, понятно. Все, хорошо. Блин, красивая, да, такая таверна? Офигенная просто, я бы сказал. Вообще красивый город. Может, мне в нем дом себе купить? Можешь обращаться. Так, человек меня ждет, похоже. Смотри-ка, Босмер. Брат Босмер. Нужно что-то. Вообще-то да. Малборн. Доброго денечка. Я от нашей общей знакомой. Правда? Ее выбор пал на тебя? Надеюсь, она знает, что делает. Значит так, я могу пронести кое-что для тебя внутрь посольства. Даже не пытайся пронести с собой еще что-нибудь. У талмарских стражников нюх на это. Дай мне то, без чего не сможешь обойтись, и я пронесу это в посольство. Остальное за тобой.
Так. Какие вещи мне нужно принести? Ты меня спрашиваешь? Она обещала прислать человека, который знает, что делает. Если хочешь остаться в живых, я пронесу туда то, что тебе нужно, чтобы тихо ходить и быстро убивать. Ну, ладно. Ладно, я пронесу это в посольство. Мне пора идти. Я тебя найду на приеме, не волнуйся. Так, в посольстве мне пригодится вот этот меч и вот этот меч. И все, в принципе. Больше мне там... Интересно, они маги, нет? Да ладно, там узнаем. В принципе, все. Конечно, это я, блин, очень рискованно отдал ему оба своих меча. Поэтому давайте сохранимся. Теперь у нас нет оружия. Так, ладно, нам нужно отправляться в посольство талморцев. Встретиться с дельфиной в конюшне. Кажется, наши дела даже хуже, чем подозревал дельфина. Драконы не просто возрождаются, они воскрешают. Да. Так, мне нужно встретиться с связным Малборном. Блин, да я уж встретился. Так, теперь надо... Ничто так не утешает. К дельфине. Дельфинарий. Так, где у нас конюшня? Я здесь не очень далеко. Да нет, близко. Выходим пока из города. Я не сомневаюсь, что этот город очень интересный и красивый, но познавать мы его будем потом. Сейчас нам нужно двигаться по квесту. Так, подожди, я же... Углюк какой-то. Дракон напал на рощу Кин. Почему? Почему там? Неужели нигде не безопасно? Так, а ты же наш, да? Понятно. Я думаю, что-то знакомая такая рожа. А ты наш. Ну, вместе с тобой пойдем. Сейчас дракон нападет, и я без оружия такой. Что делать? Не знаю. Блин, братень, давай... Да блин, ты часом не сможешь зачаровать мой меч? Лезвие такое тупое, что и масло не разрежет. Нет, не буду. Могу, но не буду. Так, вот где-то вот тут, вот похоже, мы с ней встретимся сейчас. Похоже, что. У этой фермы, как она там называлась-то? Ой, блин. Давайте по-человечески зайдем, а то по этим камням ноги поломаешь. Так, ладно, где у нас тут дельфина? А вот ты. То, что нужно пронести в посольство, уже у Малборна? Так-то да. Хорошо. Вот твое приглашение на прием. Но ты сможешь пройти через охрану, только если они поверят, что ты действительно из приглашенных гостей. Это значит, что тебе нужно одеться соответственно и не тащить с собой целый арсенал оружия. Вот, надевай. Когда все будет готово, отдай мне все остальные твои вещи. Я сохраню их до твоего возвращения. У тебя будет только то, что Малборн пронесет внутрь. Ну и то, что найдешь на месте. Интересно. Так. Одежда. Сейчас прям как натуральный Джеймс Бонд. Ну-ка. Ой, так. Палюсь. Так. Хорошо. И хорошо. Сохраняемся. Пустят на прием в Талморском посольстве в таком виде. А в таком-то пустят? Тебя не пустят на прием в Талморском посольстве в таком виде. Подожди, а что еще? Так, Аранья, иди, короче. Что тебе нужно, хранитель? Если понадоблюсь, ты найдешь меня дома. Ладно, иди тусуй. Тебя не пустят. Так, что мне еще снять? Прием в Талморском посольстве в таком виде. Не знаю, может мне кольца снять. А, вот.
Ну-ка. Ладно, пусть будет так. Сойдешь за обычного гостя. Ну, пока рот не откроешь, конечно. Ну что, пора садиться в экипаж и ехать в посольство? Все готово, пожалуйста. Храни остальные мои вещи. Не бойся. Все тебя дождется здесь, в целости и сохранности. Ну, надо Главное, думать. Вернись живым и с уловом. Иначе я вам покажу козьи рожи. Посмотрим, задание обещает быть необычным и интересным. С таким мы тут еще точно не сталкивались. Шпионить? Так, а у меня красноречие довольно-таки неплохо, по-моему, прокачано, поэтому, возможно, получится обойтись. Хотя я не знаю, что нас тут ждет. Может, мясо ждет. Так, Талмарское посольство, где оно находится? В принципе, недалеко, да? Вот слетют, мы как-то вот так вот, тут, наверное, проехали. Кто-то опаздывает на вечер у Эленвен. И какой шикарный экипаж, надо же. Мое почтение, господин. Да пошел я ты. Я опоздал исключительно из-за того, что заблудился в этих богами забытых горах. Не потому, что хотел опоздать. Я предпочитаю приходить пораньше. Часто за день до праздника. Чтобы уж точно выпивку не пропустить. Ну что, наговорился? В принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Следующий... Заткни пасть! Так, в следующий, я думаю, продолжим. Будем разбираться, что именно это за... Ты посмотри, какой. Короче говоря, на этом все. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.